Итак, доброе время суток, уважаемые зрители. Андрюха бздит и не заходит в данж. Андрей, ну долго тебе ждать еще? Ребята, всем привет. Я не бздю, честно. Поэтому прыгаем туда. И, Денис, надо не забыть, что на сей раз нам с тобой оттуда вынести нужно бак с флюгистоном каким-то. А я даже знаю, где этот бак флюгистона. Можно просто нажать, и нам будет показывать, Андрюха, куда идти. Ну-ка. Нажми на эту тему. Египетская сила, побежали. А ты не знал? Я знал, но это было очень давно. Это было еще в первых сериях. Давай побежали сразу туда. Давай сразу побежали. Что нам 10 раз туда бьют? Давай, убиваем. А я думал, у нас дальше вычищен уже. Не, давай. Так а я что тут? Я немножко же тут разэтовался, Андрюха. Пока ты там бздел, я тут немножко... Хорошо, ты тогда раз великий Макуха, давай. Не, Андрюша, давай сюда иди, ё-моё. Давай, ты погоди. Что ты пошел туда, Андрюха? Давай... Хорошо, сейчас я вернусь, погодь. Не спеши, у меня тут безвинный таракан, не оставлю же я его на механических тараканов, они не справятся с ним. Ой, я какого-то аборигена нашел, Андрюха, супер-мега-крутого тут. Если полоски жизни нет, из него особо вкусняшек не выпадет, только денежка. Бана, Андрюха, ну где ты, братка? Я тут пипец, у меня стволы уже кипят, брат. Ой, я себе нашел вообще эту крутую выбил фигню. Ты там уже всех переубивал. Нет, не переубивал. Ага, ящик один остался, ну побежали. Нет. Уже, побежали. Да, побежали. Подожди, так, у меня почему-то ствол пропал. Выпал, но ствол почему-то он какой-то неправильный, я так понимаю. Побежали сразу по этим, по линейкам, чтобы... Давай, летим, Андрюх. Вот он, Робот какой-то, Андрюша, давай это, его. Это рубильный таракан. Давай, Андрюха, давай. Что-то ты криво как-то совсем. Нам чего? Знаешь, что с тобой нужно делать? После того, как мы по квестам прошли, идти в какой-то на второй и на третий уровень сложности слишком легко, пока идет на первом уровне. Что-то я переоделся так неплохо, Андрюш. А, ну я тоже. Че, побежали на выход? Подожди. Я тут так, восстановить, там все, пора. Паровая фигня восстановлена, Андрюха, так, режим боссов открылся какой-то, Андрюш. Цель копия. А, ну значит мы... да, второй режим, там же три режима. Да, давай туда. А давай сразу. Давай проверим. Нет, давай сейчас задание сдадим сперва. Вот он синий восклицательный. Подожди, а что за режим боссов такой какой-то этот? Так, принять квест сейчас, ну давай проверим. Уровень 5 плюс, Андрюш, войти, брат. Смотри, у тебя в правом верхнем углу загорелось череп, Андрюш. Череп это режим... А, ты про это? Погоди, ну-ка, режим боссов нажимаю. Уровень 5 плюс, а войти у нас невозможно использовать режим босса в команде. Че, попробуем? Давай ни разу не делаем. Разбежались. И режим боссов. Войти. Да. Войти, ну-ка. Да, командно выбрала испытание. Вы готовы играть? Принять. Вы готовы, да. Готовы. Ну, посмотрим. А что, в одну каску, что ли, придется воевать, что ли? Может быть, мы даже с тобой будем в разных командах, либо в одной команде. Так, а подожди, а что режим боссов? Это же босс, Андрюша, это не PvP бои. Это знаешь, как в этой FPV-шке есть, угу. Называется арена, она проходит раз 5, в неделю. 4. Или два раза 3, в неделю. И там 2. Тоже, там толстый босс, там у него толстый несколько десятков тысяч. Ай-яй-яй-яй, так мы его одного бьем. Ах ты, нифига ж себе. Ты тоже его бьешь, что ли? Я тоже, нифига, погоди, бутылочка. Кого ему? Он меня даже пробить не может, ёкарный бабай. Нифига себе пробить не может, меня он нехило так пробивает. Давай, все, я убил. 80, да кого ты так быстро-то его убил? 83, ну хотя, в принципе, я его тоже быстренько убиваю. И что выпало, кстати? А ничего из нее не выпало. А что, следующего что ли? Ну-ка, убейте. Подожди, не понял. 50 тысяч у меня было монеток. Мне только бабки дали, и все получается. 100 из 100, поздравляем. И что дальше? И что? Ну-ка, погоди, давай выйдем. Принять, вышли, ну-ка, подожди, стой. Принять. Давай еще раз попробуем, что-то я не понял, нифига. А он еще активен? Ну, да. Сейчас, погоди. Так, сброс. Подожди, попытки 3 из 4. Наверное, каждый последующий босс, он сильнее. Денис, не забывай эти плюхи получать за уровень и за время. Давай. Подожди. Реально? Нет, это мне сейчас дали за уровень, скорее. Всего 20 штук. Ну что, в режим боссов, давай еще раз прыгнем. Давай посмотрим. Зашли. Подожди, у меня этого не хватает. Как его? Места, Андрюх. Подожди, сейчас я разберу тут половину. Подожди, у меня еще и уровень прокачался. Я еще раз... Стоять. Подожди, стой. Попытки 3 из 4, рекордное время 32 секунды, охлаждение какие-то 14 минут идет, ускорить.
Чего? То есть нужно охлаждать, и тогда ты, у тебя новые попытки будут. Ну-ка, ускорить. 90... Да ну нафиг, нет, не буду. Чего-чего-чего 90? Он просит реал за то, чтобы ускорить охлаждение. Но, тем не менее, войти мы еще можем. Невозможно использовать режим боссов. Идет охлаждение. Вон оно что, нас не пустит второй раз. Он охлаждается. Да это прискорбно, ёкарный баба, что я тебе хочу сказать. Да, стой, да, да. Стой, не спеши. У нас с тобой какой-то режим PvP еще есть. Да, о, а ты хочешь в PvP? Да, давай друг за другом повоюем в PvP режиме. Погоди, погоди, давай зайдем на арену. Посмотрим, ранг 1, ранг 2, да ранг 3. Да не-не-не, Андрюш, подожди, давай друг с другом, а то сейчас там выбегут аборигены, нас как... А, подуэлимся? Нам... Да, давай подуэлимся. Ну давай, офиге. Сейчас, погоди. Ты только смотри, я маленький, меня сильно бить нельзя, наколдуй сзади, обернись, Андрюш. Сейчас, погоди, я тебя не... настреляй, настреляй. Да. Так, правая кнопочка, пригласить в команду, давай. Пригласить на дуэль. Принять, Андрюша, давай. Ой-ой-ой. Только... Ой-ой-ой. Чё? Смотри-ка, он перекид... А, мы же пробуем. Да, 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 так а мы прошлое... Давай только, знаешь что, Андрюха, сперва встань перед друг другом, посмотрим, что и как, а потом только начнем, Андрюш. А ты меня обманываешь. Нет. В бою все средства, хорошо, я бью сразу. Нельзя, сразу. Так, нельзя так делать, нельзя, Андрюша, нельзя. Нельзя. А, еще. Еще бутылки не пьются в PvP режиме. Да зачем ты бутылки, быть мужиком, Андрей? Кто бутылки пьет в PvP режиме? Погоди, а почему у тебя жизни так медленно уходит? Пипец, нормально все, нормально. Денис, ты что ты там пил, а? Да, да добить, ё-мой, на. Надо было нажать пощадить, эх ты негодяй. Нетушки, PvP есть PvP, ё-моё. Не, назад, Андрюша, это помнишь, когда мы сидели? Слушай, стоп. Держали, он говорит, он мимо там пробежал, говорит, не удержался. Я тоже не удержался, Андрюш. А почему так получилось? Ты мне, я тебе треть только снес жизни. Ну такого? Давай попробуем еще раз. Может, ты не прожал то, что нужно было прожать. Давай, давай еще раз попробуем. А тебе охота еще раз победить просто. Нет, Андрюша, ни в коем случае. Видишь, я даже не улыбаюсь, тебе сколько. Я только ржу, просто сижу, но. Да, ёкарный баба. Ничего, хорошо, хорошо, хорошо. В ближайших сериях мы с тобой снова устроим PvP, но PvP будет. Андрюш, непросто. Надо просто, я говорю, надо друг другу поклониться сперва, брат. Поехали, поклонились. А потом только, вот да, это. А потом только работать, Андрюш, да, давай, что ты там... Вот у тебя новые способности, вот стопудово. Нет, нет, нет у меня новых способностей, Андрюш, да, никаких, ты новые давай. Способности меня прожимаешь. Давай, так, давай, принять. Давай, брат, ну. А у меня, видишь, я новые способности не прокачал. Ну ладно, я тебе опять снес хотя бы треть жизни. Ладно, ладно, в этот раз я тебя пощадил. Хрясь убил опять, негодяй. Нет, я тебя пощадил. Ага, ты видишь, я валяюсь. Да я тебе там нажал было пощадить. Серьезно. Так ты посмотри на сцену, что происходит. Пощадить. Это знаешь, просто зависит. Давай еще раз, Андрюха, давай я посмотрю, где пощадить, не пощадить. Я не могу понять. Не, все, больше. Ну давай еще раз, пожалуйста. Тоже будет. Андрюш, ну пожалуйста, брат, я, ну пожалуйста. Давай, ладно, хорошо. Давай. Так, пригласить на дуэль. Да, принять. Да-да-да, Андрюш, давай, начни. Ладно, все, поехали. Не, на самом деле, как бы бороться нужно с равным противниками. Не знаю, да, а почему ты равны? Вообще испытываешь некоторое моральное удовлетворение от этого процесса. Я, честно говоря, не вижу никакого этого. Интереса с твоей стороны не должно быть, по идее. Где очень большой. Видишь, как ты хорошо пуляешь, Андрюша. У тебя всякая... Ты мне какой-то ядовитой фигней выносишь. Да, я тебе, мне ядовитая, очень нравится фигня. Вот видишь, как ты мне хорошо прожал. Ну а где хорошо-то, где хорошо? Бам. Видишь, вот, вот смотри, 28, и вот смотри. Ты щитярой бегаешь. Да, ты, вот смотри, подожди, подожди, ну... есть тут красная рожа, есть это желтая рожа. Желтая, вот я сейчас на желтую, на красную вроде бы убить. На желтую нажимаю, он пинает, типа я тебя поверг и все нормально, Андрюш. Еще вот так вот делать надо, вот так вот, на, подожди, сверху, на ему, на, вот так вот, на. Да ты вот. Даже попасть не можешь. Ладно, пойдем. Негодяй. Ладно, хорошо, что у нас там время еще есть. Да есть, есть, давай куда, а, сдавать, Андрюш. Так, ну я квест этому сдал, погоди, стой, ты куда? Квест сдавать надо. Убейте механического таракана, стой. Нет, капитан-то тайна какая-то. Какая тайна, у меня нет такого. А подожди, а какого убейте механического таракана? У меня вот горит квест, убейте механического таракана вот в этот данж. А где ты взял его? Ну, он у меня есть, вот у этого чувака, вот, который, вот, женщины, точнее. Ну-ка, погоди-ка. У меня только открылся режим номер 2, вроде девушки, бы, ладно. Здесь же. Андрюш, подожди, а где, что? У меня нету что-то. Ну, подожди. Ты вот у этого. Пока... А, ты взял его, что ли? Да, вот. Я думаю, это, ну и ладно, так, принять квест. Погоди, принять. По яичкам сегодня бежим, по яичкам.
Убейте механического тата. Да нафиг эти яички, Андрюх, там, пойдем. Мани. Давай, ну, ладно, давай, подожди. Андрюха, вот сюда заходи. А, стоп, подожди, у нас пати нету. А, пати, стоп, назад. Давай, и во второй уровень прыгаем, Андрюха. Там будет помощнее, ты не бойся, я тебя защищу. Погоди, я к тебе не могу найти. Настреляй. Вот он я, Андрюх. Наколдуй, ты настреляй, да? Да, правая я тебе сейчас так сделаю, настреляй. Пригласить теперь в команду. Пригласил? Подожди, так, ну, хочет, чтобы вы присоединились. Да, теперь ты выбирай второй этап. Денис, но по второй мы квест не выполним, мы просто побежим по второй. А давай, давай попробуем. Ну, давай. Принять. Подожди, принять. Прыгай. Ну, хотя бы будет маленько веселее. Да давай немножко, ну. Да, а то мне что-то убивать тебя прям неинтересно, Андрюш. Да ты читер, ты что-то ты там сделал, я не знаю, какую-то кнопку. Осталось 10 секунд каких-то, Откройте, откройте 10 сундуков. А что нас не пускает? Ожидание команды. У Дениса, ты с калькулятора заходишь? Почему у тебя нету в игре-то еще? Я готов, нажал. Побежали. Да у меня тут фигня какая-то, настройки вылезают все время. Я сейчас бегаю. А, во, поехали. Ты аккуратно смотри, escape не жми, а то вылетит вообще. Да, уже все. Вон, Андрюш. А, сундуки, я помню. Ух ты, погоди, стой. А, нет, давай. Давай, Андрюха, выходи. И пошла вода в хату. Первый выстрел. Джань. Так потом. Чё? Ну давай хотя бы, не знаю, ты одних берешь, я вторых. Давай, да мы успеем, Андрюш, успеем. Нифига у тебя, как ты меня... Ты должен был меня победить, Андрюша, пипец. Ага, должен был. Ну видишь, почему ты не победил. Да, давай, Андрюш, ничего, давай. Я еще раз говорю. Как говорится, одержал поражение в бою, но не потерпел победу в войне. Ладно, как бы все пословицы знают. Ладно, хорошо, Денис. Хорошо, побежали куда-нибудь дальше. Давай, ты открываешь, Андрюш? Я открываю уже, да. Мне прогресс все больше и больше начинает нравиться, Андрюш. А он затягивает свои атмосферы. Да, на! Реально, то есть у него такая... Да тебе нравится, конечно, взял меня, убил 3 раза. Мне, говорит, все больше нравится, Да, ты что, мы когда StarConflict с тобой играем, Андрюха, я против твоей команды, я всегда тебя выщемляю, Андрюх, или щемлю, или как там правильно. Так еще бы, у тебя корабль на 4 там этих, в 4 раза выше. Да чего бы выше, у меня вообще корова, ё-моё, корабль, инженер, он самый слабый. Тебя колупаешь. В итоге нифига там. А на тебя еще, ты где же там защита? Сразу 15 человек летит тебя защищать. Да кого ему? Я тут недавно с ребятами прям вообще аж прям. Говорю, что за фигня, ребятки? Вы что? Вы, говорю, надо немножко это. Ты где, брат? Ты где, брат? Я уезжу, я собираю их, я уезжу. Да, джа. Какой он? Нет, кстати, ядовитый выстрел. Такая вещь классная, пипец, Андрюх. Высокий лезвийный таракан. Это значит, ему надо подходить. Андрюха, тут, кстати, время идет. А я, погоди, вижу. Давай. Вот, давай здесь сейчас мы убьем сейчас всех. А, далее, бегу. А мне что нравится, кстати, ядовитая тема, Андрюша, она перепрыгивает на остальных. Вон, дальний, ты все равно. Я открыл сундучок. Да, давай. Так, и дальше побежали направо. Ну-ка, открывайся. Давай. Так, давай, ты бери давай, левых и правых. Хорошо, я бам, стрельну. Смотри, как сразу же, Андрюха, много этих. Так вот я и говорю, я за счет его суперудара вот этого. Да ладно, что ты как маленький, ё-мо, видишь, пипец, ё-мо. Не-не-не, Денис, как бы, я чтобы тебе не было это сильно. Как говорится, чтобы... сейчас, погоди, есть слово такое. Чтобы тебя не мучила совесть за то, что ты так... Как Влад, да? Я так себе наказывал, А мы куда бежим? А, все верно, бежим. Да, правильно, бежим. Андрюха, смотри, нам осталось, я нашел еще 2. Мне нравится, что у него тут автотаргет идет какой-то. Да, еще никого не выбрал, а он уже в автотаргет взял при нажатии любого скилла и начинает их лупать. Да, мне это тоже нравится, пипец, Андрюха. Такая настройка нужна в остальных ММОшках. Уважаемые разработчики таких всемирно известных игр, как... Незнайка на Луне. На Луне, да. Тетрис возвращается. Марио и его друг, там, не знаю, кто там. И 4 принцессы. Там да, же в каждом замке по принцессе. Да, было. А дракон же там еще был, Андрюша. Был дракон. Ой, а ты представляешь, там же сохранки никакой не было. Играешь, дошел до этой башни.
прыгаешь, а там, знаете, потолки такие низкие, ты об потолок ударяешься и улетаешь туда вниз. И умираешь, но и жизни кончается. И просто джойстик летел в одну сторону. Андрюха, давай, подожди, мы одну пропустили, брат. Где-то, погоди, у нас 9 из 10, а где? Давай, у нас еще время есть с тобой, 3 минуты. А, оказывается, за новый ящик дается еще минутки. Мы, значит, ну нормально, мы где-то еще пропустили, но... Да, где-то пропустили, Андрю, давай. Да, действительно, я с тобой согласен, там пипец. Ты что помнишь, кстати, из этих, из интересных игр на Денди? Ой, танчики. Я, знаешь, что любил больше всего? Бомбермена. Да, я полностью с тобой, Андрюха, там... согласен, это пипец. Взял ящик. Там бежишь, самое главное, ребята, в чем была фишка. Кстати, в Майнкрафте тоже есть Бомбермен, кто смотрел новогодние серии мини-игр. Ой, это пипец, там ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, там жесть просто. А ты представляешь, этот негодяй Костя, что он сделал? Чего? Он включил, нажал F5 и включил вид сбоку, и он видел всех, а я-то как... Бегал просто с видом от первого лица и ничего не видел, что вообще происходит. Ах, он засранец! Ну, Андрей, и ничего не сказал, что главное, ну... Андрюха, давай что, в PvP заканчивать будем? А, давай. Так ты, ага, в PvP. Давай не будем в PvP. Не, давай будем. Давай PvP этот режим. Вот а, этот. Я пробовал. Ой, я нажал туда, Андрюша. Нас, походу, не пустят. Вот я тоже захожу в PvP режим. Так, получи что-то, ранг, награды. Ранг 1, ранг 2. Арена. Добавить. Не, что-то не то. Вы уверены, что хотите сразиться? А, смотри, видишь внизу чуваков? Нажимай подожди, на любого, и он предложит с ним сразиться. А, Денис, смотри, что получается. Чего? Это получается не PvP, это псевдо-PvP, что ли? А подожди, а это кто тут они такие? Давай попробуем. Да может типы вообще походу, какие-то супер-мега офигенные. Походу, чтобы нам нужно занять их место, чтобы занять их место. Ух ты, я уже с ним сражаюсь. Ой-ой-ой, это не PvP, это какое-то мега ПВЕ. Нифига себе. Ой, он меня убил с первого раза. А ты с кем сражался там, я не понял? Больт 27-го левела, он меня с одной тычки вынес просто. Ну-ка, дай-ка я попробую. Ёлки-палки, чё? У нас время уже вышло. Чё, подожди, Андрюша, подожди, какой-то, какого-то я типа. Попробуй взял... вызвать его на дуэль. Давай, ёкарный бабай! А вот это будет тебе настоящий PvP, чтобы... Да-да, бы... пипец, ёма, у него жизни больше в разы, ёма, чтобы брат, особой пипец радости, как говорится, не испытывал. В общем, да, ладно, ребята. Что-то у меня загрузиться никак не могу. А, нет. Вон он стоит, а у него меч большой, Андрюш. У него большой меч. Дай на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот она. Андрюш, это пипец. Я вижу, у тебя осталось все. Готов. Ё-мой, да ну нафиг. Я по твоим жизням просто вижу в этом в пате. Ну ладно, ребята. У него 27-й левел, как с ним биться-то? А что, выход просто? Я что, продул? Ну так он тебя с двух ударов вынес. Ребята, в общем, смотрите. Не ходите на них фишка. PvP, ребята. Мы с Денисом пипец играем. Если как бы хотите нас встретить в игре, пожалуйста, заходите. Мы периодически сюда заходим. Ссылочка, как обычно. Андрюха, ты в испытание зашел? Я никуда не зашел, я просто бегаю здесь снаружи, жду тебя, но мы уже с тобой в следующей серии куда-то побежим. Андрюха, давай один раз друг с другом подеремся, ну пожалуйста. Один в конце. Ой, боя. У меня там дверь уже звонит. Ребята, давайте не заканчиваем. Ребята, всем пока, до свидания. Итак, уважаемые зрители, спасибо, что были с нами. До свидания.